Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». Портрет императора Максимилиана I. Альбрехт Дюрер, 1519 год, дерево масла 73/61. Император Максимилиан I Габсбург, последний рыцарь, как его называли современники, являлся весьма неординарной личностью, обладая необычайной физической силой, о которой ходили легенды. Он славился как победитель турниров и прекрасный охотник. Жизнелюб и дамский угодник, Максимилиан I был очень энергичным и честолюбивым государем, мечтавшим о славе Юлия Цезаря. Он хотел короноваться в вечном городе и даже строил планы похода на Рим. Властитель знал несколько языков, имел хорошее образование и охотно оказывал поддержку искусствам и наукам. В период его правления в Германии наблюдался расцвет гуманистического движения. Дюрер встречался с этим умным и интересным человеком в 1518 году. Император сам позировал художника, о чем тот оставил надпись на большом рисунке углем, который в настоящее время хранится в галерее Альбертино в Вене. Автор изобразил правителя Священной Римской империи во всем его великолепии. Представленная на центральном фоне очень красивого зеленого цвета мощная фигура Максимилиана I приближена к переднему краю картины и размещена точно по центру, предельно уравновешенной, вписанной в правильный треугольник композиции. Такое пространственное решение портрета придает облику императора монументальный и торжественный вид. Дюрер, используя минимум аксессуаров, сосредотачивает основное внимание на выразительном и исполненном сознании своей силы и достоинства лице модели. Сильный корпус Максимилиана Габсбурга дан в трехчетвертном повороте, при этом голова показана так, что отчетливо виден выразительный орлиный профиль. Немного прищуренные глаза с полуопущенными веками придают чертам правителя Священной Римской империи немного надменный вид. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира», работы «Портрет императора Максимилиана I», автор Альбрехт Дюрер, 1519 год. Пока-пока, до свидания.